Всем привет, доброе утро. Мы уезжаем с Варшавы. Мы покидаем наших друзьяшек и едем учиться. Еще, кстати, хотела вам рассказать про вчерашний ресторан, в котором мы были. Вот в Польше вообще очень дешевые продукты, можно сказать, и очень дешевые рестораны и кафе. Потому что мы вчера посидели просто в отличном ресторане, и это ресторан, настоящий ресторан, в общем-то. Там хорошие официанты, там солидные люди сидят. Мы посидели на 1500 гривен на пятерых. 1500 гривен, это сколько? Это 50 евро на пятерых. То есть в ресторане 10 евро с человека, это вообще для Европы, это реально дешево. Вот. И, ну, в общем, Польша нас очень порадовала в плане ресторанов и кафе. Очень круто, советую. Мы приближаемся к границе с Литвой. Вот. И нам уже просто не терпится туда попасть и посмотреть другую страну. Ну, в общем, прям пока я говорила все, мы проехали границу. Представляете, здесь нет совсем границ. Она никак не отличается от обычной дороги. Там только один полицейский стоял и просто какая-то будочка и все. И никого не останавливали, ничего не проверяли. Такой вот Евросоюз. Мы в Литве. Здесь, кстати, тоже очень хорошие дороги. Мы думали, что здесь будет на какую же дороги, чем в Польше. Но на самом деле дороги тоже очень классные, просто вообще вот шикарные. Мы уже начинаем к ним привыкать, просто к офигенным идеальным дорогам. Это оказывается все, что нужно для просто легкого и удобного путешествия. А еще здесь в Литве на заправках платный туалет. Да, вот такое. И здесь вся инструкция на латышском, английском и русском. Здесь у нас проблем не будет вообще. Хотя же пока я заплачу за нее в тебе. Смотрите, в Литве есть шоколадка Корона. Это называется на Коруна. Мы все взяли с собой. Эти маленькие-миленькие колбаски. Особенно, да, водители эти колбаски заценят, потому что можно просто сидеть, да, сидишь за рулем и просто себе закидываешь колбаски в рот. Супер. Здесь, в Литве, они так интересно на русском разговаривают. Я даже не смогу так повторить. Вот, они все русские понимают, и поэтому я думаю, что в Латвии, в принципе, там будет такая же ситуация, да? Да. Должно быть, по крайней мере. Нам осталось... Сколько нам осталось? 150 километров, и мы в Риге. Мы в Риге! Ура! Мы почти приехали. Мы сейчас на выезде из города, вернее, мы на въезде в город, вот, а мы живем прямо в самом-самом центре, и вот туда и добираемся сейчас. На месте! Да, мы на месте, ура! Первые впечатления такие классные, слушайте, он такой милый город. Да, хотя нам очень нравится. Хотя мы были всего лишь на вот этой вот одной улице, мы только сейчас вот вышли. Мы прям, у нас квартира прям в самом-самом-самом центре, да, да, прям да. В самом. И мы сейчас ждем хозяина квартиры, чтобы он нас заселил. Смотрите, какая здесь лестница и как ребята тащат чемоданы. Жесть. А вот и наша квартира. Вот наши чемоданы и сумки. А вот наша квартира. Очень хорошая квартира, на самом деле. Правда, маленькая кухня и нет духовки. Но пока что нам нравится все. Телевизор мы поменяем на свой. Вот еще вот спальня. Ой, где тут свет включается?
Вот спальня. Здесь очень тепло, и здесь окна, которые смотрят вовнутрь дома, то есть тут не шумно. Да, Дим? Да. В общем, да, вот такая вот у нас квартирка. Мы быстренько пораскидывали вещи в шкафчик, вот, и ложимся уже спать. Точнее, кто-то уже спит, вот, а я сейчас буду только ложиться. Смотрите нас, мы будем рассказывать про Ригу, будет очень интересно. До завтра.